Хей, йога, с вами Шимки, мы добьем эту сраную планету, добудем те данные, которые там нам нужны. Нужно собрать. Ё-моё. Зона невесомости. Ладно, поехали. Побежали. Зона вакуума. Вот здесь поставим, чтобы недалеко. Задание выполнено. Полетел. Полетел. А так можно посмотреть, как все это выглядит. Дело. Идем. Куда мне идти? А? Я решил прыгнуть на эту херовину. Зона невесомости. Зона вакуума. Ставим заново. Задание выполнено. Что не дали? Привет. Пока. Так, мне предлагают сюда идти куда-то. Планету. Что-то не понимаю. Зона вакуума. Ладно. Зона нормального давления. Ага. А почему меня тогда заставили обратно возвращаться в планету? А не, смотрите, все равно сюда куда-то. Интересно. А теперь мне заново сюда бежать. Зона вакуума. Чтобы сломать ту. Так, поехали. Раз. По идее все, да? Блин, тогда я не понимаю, что делать. Ее держит 4 штуки. Вон оно что. Я думаю, что за дерьмо? Теперь понятно, в чем дело. Так бы сразу сказали, что их там 4. Хер меня распилит сразу. Зона
Так, а где вторая тогда держалка? С другой стороны получается. Да. Предупреждение. Груз 8772 освобожден от захватов. Необученный персонал должен покинуть отсек немедленно. Сейчас. Эти поедут. Зона нормальная. Готово. Немножко ниже. Немножечко ниже. Теперь наконец-то все. Отлично. Неужели? Пополнить. Я слышал. Ну, без этих, без ручек он ничего не сделает. Без ручек парень ничего не сделает. Так нет, и так бы мы еще, ребята, с вами потратили до хера времени. Ё-моё. Зато не сгорел. Обед будет подан в столовой через 10. Зато не сгорел. И то радует. Обязательно сохраняемся. Ну нафиг. Суп! Почему вы молчали до последнего? Я не буду вместе с генератором ходить, я его лучше буду вот так гулять. Давай. Так, у меня еще два узла есть. Давайте, ладно, один узел потратим. Так, а зачем, на что, да? Все равно его не использую. Ладно, зачем нужно? Все. Не будем больше морочиться насчет прокачки. У нас все с вами прокачано, все, что нам нужно. Поэтому все. Все отлично, все окей. По патронам у нас идеально все. Ключ. Ключ. Планета. Опять хилочки. Патроны ненужные. Решетка, откуда может враг убежать. Мы освобождаем планету. Груз 8772 запущен. Пока. Маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Отлично. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема.
Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Это, не сойди с ума. Что? Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Так, и где этот мостик находится? Ага, мы выходим с главы, получается. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Все? Карантин снят. Да, ребят, у нас пошли что какие-то новые враги, немного более сильно мутированные. Их можно увидеть по цветовой гамме иной. Так, подождите, а я видел только тут люк, алло. А, так они были спрятаны, вот черт. Ладно. Здесь есть люк. Тут есть люк. Внизу еще там люки есть. Ой. А, все нормально. Все хорошо. Все хорошо. Ну, просто уже прокачано, не так уж страшно. Так, переместить. Продать. А для лазера нам что-то больше ничего не дают. Туда? Да, к лифту. Так. Готовимся. А, хотя мы поднимаемся наверх, а не только сверху могут попрыгать. Хотя хер его знает. Приятель, успокойся. Дай, харе, иди. Так, там я еще слышу кого-то, да? Мне же сюда. Ну да, здесь у нас все есть. Запчасти человечкам. Запчасти. Ладно, давайте, наверное, знаете, что сделаю. Средний оставим. Этот продадим. И, наверное... Так. Переместить. Короче, пускай у меня будет лучший запасной еще магазин. Вот так у меня все остается. 80 кусков, нормально.
Так, а что у нас здесь было? Я уже верстак. А стазис стоит прокачивать. Хотя, если там будет босс, давайте... Да, чисто для... Чисто против босса купим. Так, магазин. 8 штук. Прокачаем. Стазис, хотя я его очень редко использую. Очень редко и не против врагов. Прокачали. И походу, да, ребята, глава у нас заканчивается. А, у меня немного хп не хватает, ладно, плевать. Глава 7, шаг в пустоту. Выполнено. Так, знаете, просто локация немного похожа сами на себя. Куда мы, типа, телепортируемся. Типа, ладно, они немного внешне так. А глава 8, найти и спасти. Типа, мы в разные части отправляемся или нет, я не знаю. Мы были в первой части, именно вот этой. Британский мостик. Да, были. Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Вейла. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Класс. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. А почему пульт передатчика находится... Хуй знает где, вдалеке. Ё-моё. Ну, хотя бы нам только подняться надо по лифту. И то радует, ладно. Патроны. Здесь мы первый раз увидели... Блядь, а я знаю, кто это, ребята. Это случаем не охотник, наш друг. Если так, я лучше еще возьму немного патронов. Го. Переместить. 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 А, короче, давайте лучше все-таки экономить патроны. Да мало ли. Кто его знает. Здоровенное место. Мне нужно по лифту понять, на каком мне этаж. Я сейчас нахожусь здесь. Мне немного выше нужно, то есть на второй этаж. Сохранялки там не было. Сохранялка там была. Обнаружена опасность. Активирован режим карантина. Я понял. Готово, все. Походу не видит меня.
Все? Карантин снят. Отлично. А теперь собираем все, что повыпадало. Ну, видите, все-таки я не зря сбегал за всем. Ну, здорово. Денюжки. Новые. А, то есть, понимаете, все, что было закрыто, мы можем все равно открывать. Опять. Теперь у меня все засрато. Ну черт. Камон. Камон, камон, камон. Ладно, сохранимся. А то мясо такое было жесткое. Но я слышал почему-то голос охотника, когда мы шли. Вот этот его. Что он типа нюхает, нюхает наш, нас ищет. Поэтому я типа не знаю. Насчет всего этого. Ладно, у нас еще 10 ячеек свободных. Там, значит, заросло уже. А, тю нам на третий этаж. Мысли. Айс, дверь в рубку связи открыта. Окей. У меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. Ну, не думаю, что это некроморфы, типа так, научились. Для резака много дают патронов. Воу! Ну так и атаковал меня эта херь. Все-таки эта херовина меня атаковала. Ладно. А что произошло? Ну и все, ничего страшного. О, ничего страшного. Да. Драйте мне ужас. Так, сейчас по прямой. Там верстак на и наверх. А, так это и был вот этот высокий мужичок. Блин, мы его впервые увидели, но я его убил очень быстро. Но я его убил очень быстро.
Одна штуковинка, ладно. Не буду трогать. Окей. Мне бы магазинчик. Не, но то существо очень высокое. Ты в воздухе висишь, ты это видишь? Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение. Но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! Это USG Ишимура! Это... Черт! Не верю своим глазам. Вся система связи отрубилась. Все, выхожу из эфира. Конец связи. Чё, народ, готовы к очень длинному путешествию? Я готов. А хотя... Нет, мы что-то очень быстро летим. Это как-то быстро. Хех. На самом деле я думал. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Ага. Хорошо. Схема. Средний воздушный баллон. Денежка. Так, а где я сохранялка видела здесь? Мне сохранялка нужна. А она в другой комнате, в принципе, по прямой находится. Зона невесомости. Тихо, деталь. У меня там этот скоро будет перегружен. Так. Блять, поехали. А, мне их по порядку нужно было поставить, да? Ладно, поехали.
Так, ты правильно, да, стоишь? Или фигня в том, что вы подбитые? Не понимаю. Это нормально или нет? Типа мне нужно наугад, что ли, с их ставить? Не, ну это будет долго. Так, два рабочих. Ой, бля. Я не понимаю. Я не понимаю. Сложно. Типа, ладно, эти нормальные, не сломатые. Может, мне их просто отсоединить надо? Где там журнал? Так, почините передатчик кластер. Так, все ясно, повреждены несколько-то... Несколько, ага. Тарелок локастера. Я должен заменить их сломанные тарки целыми. И сформулировать из них круг. Тогда суммарный мощный сигнал. Хватит... Связь. Короче, я понял. Тогда все ясно. Так бы сразу сказали. Так бы сразу и сказали. Что мне нужно круг сделать? Ага. Так, это просто сигналы создаются. Так, теперь здесь. Бац. Готово. Теперь с этой стороны сделаем. Бэмс. Туда и сюда быстрее. Информационный луч перед целью. Готово. Возможен прием сообщений. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Добро. Зона гравитации. Погнали, сохранимся. И закончим серию на этом. О, вот где сохранялка была. Ладно. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... До новых встреч. Всем пока.